Ребята, а ну и перед началом данного видеоролика всем бы хотел порекомендовать такой замечательный канал под названием Сноги. Паренек снимает каждый день видеоролики по CS-очке 1.6, сливает привилегии на разных зомби-серверах. Ссылочку на данный канал оставлю в описании, обязательно подписывайтесь, я подписался, ну а мы погнали к ролику. Дорогие друзья, всем пламенный привет у микрофона, как всегда Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую CS-очку и сегодня продолжаем играть на чудесном зомби-сервачке под названием Zombie Galaxy. Друзья, здесь уже вышло новое зимнее обновление, всем советую зайти поиграть, посмотреть вообще, что здесь добавили, что изменили. Новые зимние приколюшки добавили, поэтому, ребят, перед началом ролика с вас лайкосик, подписочка на канал, конечно же, нажать на колокольчик, мне будет безумно приятно, вам тем временем не сложно. По классам зомби, ребят, давайте посмотрим, какие здесь классы зомби сейчас. Galaxy Speed, Galaxy Jumper, Скалолаз, Fire, Ice, Poison, Sleep, Galaxy для главных админов, Galaxy Teleport и, в принципе, Galaxy Lux. Последний, возьмем, конечно же, его, далее заходим в кабинет, посмотрим, возможно, здесь что-нибудь сменить ножи, играть в лотерею давайте сыграем. Квесты, возможно, ребят, новые появились. Так, заражая, так, нет, не то ликвидатор. Нет, я думал, какие-нибудь квесты новогодние, новенькие такие добавились, но, к сожалению, ребят, скорее всего, нет. Так, дальше, выключить игроку микрофон, обменять донат рубли, меню настроек, выдача привилегий, здесь ничего нового нету. Так, антидот пока что взять мы не можем. Так, заходим, значит, сюда и делаем здесь себя человечком. Ребят, и сразу же халявную пушку вот эту вот подбираем. Кстати, она, скорее всего, возможно, новая. Я, кстати, ее давным-давно просто не видел. В смысле, а как мы упали, ребят? Как мы упали, паутинка почему-то у нас не работает. Окей, быстренько джетпак тогда закупаем, короче, с вами. И бесконечную энергию, и все, и улетаем вот так. Потому что нас заразят, будет очень-очень плохо. Так, все, давайте, в принципе, тестить эту пушку, ребят. Почему бы и нет? Так, как она вообще стреляет, объясните мне, пожалуйста. Нужно в ФКшников, что ли, стрелять? Так, с 200... А, я помню. Короче, я вспомнил, ребят. Эта пушка, мы вот попадаем в зомбака, и она, в принципе, выстреливает, короче, вот такими вот прикольными штучками. Вот, смотрите, опа, попали. Нет, не попали. Вот, 4... Вот, она, короче, по 1000 хп снимает. Очень красивые спрейфы такие. Прикольно, однозначно прикольно выглядит. Так, давайте на джетпаке сейчас мы сюда вот прилетим, будем вот этих вот зомбаков убивать. Так, ну, ребят, уже, в принципе, атмосфера такая новогодняя появляется, однозначно вам скажу, потому что, в принципе, вот такие вот новогодние елочки уже добавились, то есть снежок идет, то есть прикольная атмосферка такая. Сейчас посмотрим, возможно, ножи админ заменил здесь. Короче, ребят, реально, это еще лишь часть обновлений, подарочки такие, часть лишь обновлений новогодних. Админ сказал, что будет все обновляться, все будет добавляться, будет реально намного-намного круче все и, в принципе, интереснее. Так, давайте вот этого завалим. Но, блин, к сожалению, не я, не успел его завалить. Окей, будем тогда вот этого мочить сейчас. Ну и, блин, сейчас... Нет, все, к счастью, я завалил. Можем подарочки пособирать, друзья. Блин, вот эти подарочки, я думаю, достойное количество нам паков принесут. Сейчас мы потестим. Так, плюс 20... Ага, меня кто-то... Ага, я понял. Спасибо, Юнаймит, Юнамит, как себя правильно, братишка. Ну, ничего страшного. Короче, что мы делаем, друзья? Вот цены на привилегии можете поставить на паузу, посмотреть. Випка всего лишь рубль, админка 10 рублей. Самая максимальная привилегия 500 рублей. Привилегии продаются через онлайн-сайт bosscs.ru. Все ссылочки будут, как всегда, в описании. Я бы сейчас посмотрел ножи, ребят. Мне что-то заинтересовали они, да? Возможно, они обновились здесь. Но, в принципе, сейчас мы, короче, запрыгнем сюда, быстренько купим джетпаки, бесконечную энергию и, в принципе, посмотрим. Так, вот. Братишка, иди сюда. Так, короче, я бы заскринился с вот этим пареньком, он, кстати, довольно-таки прикольно выглядит. Так, братишка, можешь не двигаться, я тебе заскриню, на видос попадешь. Так, братишка, встань, не двигайся, плиз. Вот прикольная моделька, ребята, вот этого вот паренька. Так, не двигайся, братан, на видос попадешь, заскриню, красиво будет. Так, братишка, отойди, демпаков, отойди, пожалуйста. Так, сейчас, короче, мы, ребят, заскриним, я думаю, по красоте. Или давайте кикнем его, потому что он мешает. Так, отойди, братан, или кикну. Отойди, пожалуйста, или кикну. Так, вот, давайте вот этого вот паренька мы заскриним. Вот так вот по красоте, красивый такой скриншотик. Подарочки эти соберем мы. Так, вот так. И сейчас, в принципе, заскринимся. Вот такой. Отойди или кикну, последний раз предупреждаю.
Так, все, ребят, нужно запугать, короче, его, чтобы он не лез. Я просто хочу вот такой красивенький просто скриншотик замутить. Ну, реально круто смотрится, ребят, прикольная, интересная моделька, и нас чуть бы не заразили. Братан, погнали, около елки станешь. Полетели к елке, то и около елочки станешь. Так, все, короче, я сказал подписчику, чтобы летел к елке туда. Мы около елочки сейчас заскринимся. Тоже красивый скриншотик на превьюшку сделаем с вами. Будет шикарно. Очень шикарно. Все, братишка, стой. Да, вот так вот. Прям круто, круто, круто. Зомбак, отойди, пожалуйста, братишка. Спасибо большое. Так, вот такой вот скриншотик. Стань вот здесь, братан, лучше. Так, Рамзес, ты получил 10 амапаков. Только за что, ребят? Я пока что не знаю, за что я получил 10 амапаков. Ну, в принципе... Так, давай поближе сюда вот становись. Поближе, братишка, сюда. Еще поближе стань. Поближе стань. Так, ребят, я надеюсь, я вас не утомляю, потому что вот так вот скринюсь просто с пареньками. Вот так вот просто по красоте. Так, опа, сейчас мы этого завалим, зомбака. Вот, одного мы уже завалили. Сейчас вот этого нужно завалить будет. Опа, 900 хп у него. Так, опа, сейчас 120 и все. Братишка, становись быстрее около елочки. Так, вот, вот так, да, да. Смени только нож на какой-нибудь другой. Сейчас мы вот так вот по красоте. Так, и на другой какой-нибудь попробуй. Все, у нас новый раунд, в принципе, друзья мои. Опа, вот так вот по красоте. Короче, заскринились вначале. Кто хочет, ребят, попасть на видос, давайте все под елку. Всех под елкой заскриню по красоте. Быстренько, пока раунд не начался. Так, все, короче, я сказал, на паутиночке мы прилетаем сюда и сейчас заскримимся. Так, возможно, сейчас, кстати, карта сменится на какую-нибудь прикольненькую. Ближе к елочке, ребят, все становитесь, ближе к елочке. И, в принципе, вот так, ребят, ну скрины красиво. Зомбак, отойди, пожалуйста, братишка. Зомбак, отойди, дай мы заскринимся, плиз. Я тебе паков дам. Так, вот, вот такая вот, ребят, новогодняя у нас атмосферка получается. Реально круто, просто реально круто смотрится. Вот такие вот, блин, просто... Просто, ребят, посмотрите, у меня даже слов нет, я не знаю, что сказать, но смотрится однозначно здорово, в принципе, и прикольненько. Так, давайте уже по ножам, все, я надоел вам скриниться, я так думаю. Так, короче, по кнайфам посмотрим. Galaxy первый нож, второй, третий, кстати, третий вот прикольненький. Вот, быстренько вам все покажу, все-все-все ножи, вот так они выглядят. Вот это тоже довольно-таки красивый и, в принципе, интересный нож, ребят, и елочка здесь достойна. Поэтому, ребят, если хотите продолжение по этому зомби-серверу, то с вас обязательно лайкосик, подписочка на канал и нажатие на колокольчик. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, все ссылочки на серверчик будут, как всегда, в описании. С вами был Рамзес, все дела, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.